В этом году ледовые гонки. Ну, надеюсь, что все понравится. Трасса расчищенная, подъезды сделаны. Будет у нас 4 зачетных категории. Первая – это передний привод. Любой автомобиль с приводом на переднюю ось. Второе – это задний привод. Третье – полный привод. Ну и четвертое – так называемые болты. То есть очень сильно зашипованный автомобиль. Ну вот сейчас снега намело, трасса расчищенная, по расчищенной трассе. Вот сейчас я прокатился 140, больше пока тяжеловато. А в тренировочных пока не было снега такого, 220 разгонялся на машине. Ну я думаю, сегодня скорости будут под 200. Трасса достаточно ровная, разогнаться есть где. Ну и улететь тоже. Но улететь безопасно достаточно, здесь везде снег. А подлет не провалится? Толщина льда... На прошлых выходных замеряли, в самом тонком месте, вон там возле камышей, толщина льда 45 сантиметров, в центре озера 58. Я думаю, 15 сантиметров толщина льда выдерживает КамАЗ груженный. Здесь 50 сантиметров вряд ли. Не проломить лед. Понятно. А собачка тоже участвует? Ну, вы же видите, собака-спасатель. Да. Будет спасать. Понятно, надо ее зашиповать. Ну, она без шипов. Достаточно быстрая, резвая собачка.